Если Конькова нет в центральной ложе, сразу переводи свет на соседнюю. Поняла? После моего выстрела... Все, тихо. Добрый вечер. Случится, Конькова убьешь ты. Минуту! Штабы... Антонина Чумак, ну, как вы оказались в Крыму? Почему я не видел вас в местном подполье? Ну не молчать, не молчать, не молчать, не молчать! Зачем ты и твой приятель стреляли в меня? Отвечай. Ты подлец, убийца. Ты предал наших 19 товарищей, тебе все равно. Не жить. А кто вам... Кто тебе это поручил? И кто вам здесь помогал? Никого здесь не знаю. Откуда же вам тогда стало известно, что следователь это я? Ну? Ну, говори же. Нас было... Ну, слова, слова. Ну? Двое. Тогда скажи, откуда вы? Из Керчи, из Одессы?
Или из Севастополя? Ну, говори, откуда же? Не скажу, хоть вывернись. Мерзавка. Ты у меня заговоришь, красавица. Только что звонили из тапки. Закройте дверь. Слушаюсь. Я тебя научу разговаривать. Поручик, поручик, все. Все. Нас торопят из ставки. Они уже дали объявление в газетах. Поэтому сегодня же подготовьте помещение гимназии. Слушаюсь. Расклейте по городу афиши. Седьмого суд. Как седьмого? Вы закрываете следствие, а если у нее здесь остались связи? Нет у нее здесь никаких связей. Она приезжая. Готовьте. Слушаюсь. Если бы у нее были связи, я бы ее знал в лицо. Она потому и уцелела, когда мы ликвидировали подполье. Так вот, седьмого суд. И сразу же смертная казнь. Идите. Слушаюсь. Новости, новости! Седьмого состоится суд над большевичкой Антониной Чумак. Покупайте суд состоится газеты, в гимназии, новости, суд новости. Состоится в гимназии, покупайте новости, газеты. Новости! Состоится суд над Антониной Чумак, совершивший покушение. Бог ты мой. Вот она, где Антонина-то объявилась. Смотрите-ка, Федор Иванович, фамилия-то как у вас. Эта барышня не сестрица ли вам приходится? А? Батюшки, ну и постояльцы пошли. С таким еще в путузку угодишь. Вы за комнату платить когда будете? И подыскивайте себе другое жилье, господин Чумак. Чумак! Дмитрий! Да ты его там пошукай! Эй, Медьку Чумака не видали? Да сзади он, в обозе. Да где в обозе? Нет его там. Ну, ну. Медька! Тут в газете про его сестру такое написано. Она это, в Крыму полковника контрразведки шлепнула. А? Вот баба. О, какие дела. Да впереди он. Медька, Чумак! Ну? Видать, не сгорела тогда твоя Антонина-то! Чего? О, газетку почитай! Не горячись, погоди. Антонина Чумак! Ты на что надеешься? Разве не говорили тебе, что видели смерть ее? Я уж думал, все, видал, жива. Ну-ну. Серега, рано тебя из госпиталя выписали. Полежать бы еще. Не знаю, там разберемся. Мне только добраться до места. Не могу, нельзя. Сейчас никак нельзя. Ты что? Не проси, не пущу! Не могу! Ты что? Мне только 3 дня и надо. Марионе подбросить и все. А, комиссар? Ты пойми, не могу я. Она ж у меня только одна и осталась. Больше никого. Отпусти, комиссар.
Ладно, 3 дня. Не вернешься, отдам по трибунал как дезертира. Понял? 3 дня. Боже мой, кого я вижу? Фанера. Пардон, Федя. Привет. Привет. Какими судьбами? Ты ж бросил играть. Опять жизнь заставляет, но в последний раз. Ну-ну, проходи. Николай Николаевич, посмотрите, кто к нам зашел. Здравствуй, Феденька. Совсем у нас плохо стало. Проходи. Больше на пустую играй. Ну, не отчаивайтесь. Припас я вам тут одного клиента. Просто золотой мешок. Ну, ну спасибо, Феденька, дай бог тебе здоровья. А в картишки-то хоть играть умеешь? А ты не шутишь, садись, а то мы так стасковались по крупной игре. Дело-то верное, только смотрите, чтобы вам потом... У меня уже зуд в руках. Нет, я говорю, смотрите, чтобы вам потом стыдно не было. Игрок, он никудышный. А нам, голубчик, стыдиться не полагается. Мы пропали в картах. Тихо-тихо-тихо-тихо. Прошу внимания. Вот он, мой клиент. Как следователь? А что, и следователи в карты играют? Вообще это заманчиво. Ну, давайте попробуем. Успех я вам гарантирую. Обдирать контрразведчика, это, знаете, чревато. А может, рискнем? А то, слышь, выслали наш эскадрон к заводу. Рабочих разгонять. Это где же, в Питере, что ли? Да. Они... с песнями, с красными флагами тут. Всю улицу заполонили. Ну, мы, понятно, шашки наголо и в самую гушу. Я себе сразу одного очкастого приглядел. Прется телевец флагом, машет и ничего не боится. И как до него я добраться не могу? Толпа под конем, ну... Каждый норовит за узду схватить или за сапог и на землю стащить. Бывает. Только держись. Все ж я до него добрался, до этого очкастого. Ну, думаю, рассошу же я тебя теперь клинком до пояса. И веришь ли, Бог его, видно, спас. Ветром-то флаг на меня колыхнул, а я клинком за место человека по флагу-то и полоснул. Словом... Эй! Эй! Уйди с дороги! Ты что, не слышишь? Ты что, глухой? А сколько тебе сигналить, вошь ты морская? Тебя ж не объехать, ясно тебе? Не объехать! Thank you.
выворачивай, ты вот. Хлипко стоит. Нормально. Ну, гляди. На. Держи. Благодарствую. Вот. Спасибо. Арест подано. Давай пошевеливайся. Ну? Бежим за мной, сейчас я повезут. Айда на площадь! Пересядь, маленький, господин хороший. С какой стати? Отыви стати, просто возьми и пересядь. Ну зачем? В контрразведку захотел, козлиная морда. Ну! Помещение. Кому сказано быстрее, быстрее. Быстрее. Моряк. Новороссийской флотилии. Это уже что-то. Моряков не так много в городе. В основном отпускники или после ранения. Я займусь этим делом. На кой черт они распилили решетку? Если напали по дороге в суд. Нужна она им. Очень нужна. И на этом мы сыграем. Проходить. Проходить. А ну проходить. Быстро, быстро, быстро. Распустите повсюду слух. Барышню перевозят в другой город. Засаду надо делать на даче Козовской. Там открытое место, и дорога делает развилок. Если не знать, по какой дороге повезут арестованную... Сделаем. Патрульным проверять всех в морской форме. Слушаюсь! Угодно снять? Померю.
Так, так, посмотрим, что мне тут сдали. 50. Столько же и 100 сверху. 50 сверху. Пас. Вот так. Не густо. Мне хватит. Слова, слова, господа. 500 сверху. Столько же и еще столько. Пас. Больше. Все, 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 господа. Мы сегодня закончили. У господина следователя был сегодня тяжелый день, да и я сегодня совсем не в ударе. Урыван. Ну, фанера, я не прощаюсь. Пока, пока. Зачем это вы? Ах, это? Ну, есть о чем говорить. Пустяки. Что вам нужно? Это просто какой-то кошмар, господин следователь. Просто тихий ужас. Нет, конечно, и моя доля вины здесь есть. Я, как старший брат, как единственный воспитатель, мог бы, конечно, воспрепятствовать, помешать. Мы ведь с Антониной сироты, мама-то наша... Померла. Антонина, девочка впечатлительная, ну а я, что я мог? Я простой чертежник. Работа, работа, с утра до вечера, в поте лица, а взамен жалкие гроши. Думаю, что вы меня поймете, вы самый человек служивый, и думаю, с достатком весьма скромным. Да, весьма. А ведь вот подвернись случай. Ну, хоть какая-нибудь надежда для моей Антонины, кажется, ничего не пожалел бы. А уж если бы речь зашла о ее жизни, о свободе, стал бы очень крупную сумму денег. Просто очень, очень крупную сумму. Такую крупную, что и сам ее ни разу во сне не видел. Я думаю, что и вы тоже не видели. Значит, Антонина Чумак. Чумак, Антонина. Голос крови будоражит фантазию? Если хотите. Помочь в вашем деле трудно. Но можно. Сколько? А сколько не жалко для сестрички? Значит, комбинация будет такая. Завтра в час дня ее повезут в другой город. Если договоримся, вам ее отдадут за рощи у развилки. Не договоримся? Значит, не отдадут. Деньги будут. Я знал, что мы поладим. А откуда вы знали? Вроде как чувствовал. Первое отделение на месте. Второе отделение со мной. Давай, давай, быстро, быстро. Пошевеливайся. Пошевеливай. Тоньку вызвали, не балуй, и домой, ничего.
Привет. Виделись. Своих продаешь, сволочь! Бери пушку. Ты что, светишь, гад? Спятил, что ли? На кой ты мне сдался-то? Вот сволочь. Целую ночь работал. Я теперь деньги достану. И ты еще тут привязался. Ну, чего смотришь? Вздрогнешь, убью. Ты, парень, что здесь потерял? Чего по ночам шляешься? Да я тут, знаешь, это заходил к одной. Ну, ты не крути. Нехорошо. Налетчик я. Да? Король преступного мира. Ты не кричи, не глухой. Разорался. Говори, чего здесь торчишь? Я объясню, все равно не поймешь. Фургончик с деньгами, понял? Крупная сумма ожидается. Конкретней. Фургончик не из гранд-отеля. Какого отеля? Контрразведки. Да ты что? Упаси бог, не знаю я никакой разведки. Ты что, ты путаешь, адмирал? О! Я тебя предупреждал, не крути. Завтра в час дня. Так вот, фургон будем брать вместе. Раздобудь пролетку и жди меня здесь, за углом. Ладно, адмирал, все сделаю, не волнуйся. И не дай бог тебе смыться. Попал в историю. Ой, как плохо. Ну ладно, ничего не попишешь. Здравия желаем, куда поедем? Поедем только без тебя. Полиция нравов, конфискуем твой паровоз. Как это конфискуем? Тихо. Куда же я без пролетки, господин хороший? Все, исчезни.
Теперь держись. Бога нет, но есть удача. Ну! Ну, пошла! Ну, куда ты гонишь? Ну! Да ты пойми, это же не тот фургон! Да тот, тот! Тот пойдет сейчас дня, мне верный человек сказал! Да ты послушай! Да ты хоть не лезь на рожон! Надо в обход! У развилки! Они сами остановятся! Я это точно знаю! Ну куда ты прешь? Куда? Посмотри, сколько их! Мою долю тоже. Но может это не деньги, может тут что-нибудь другое. Тогда уж не хочу. Мать твою. Ну вот, я как чувствовал. Что же вы стоите, братцы? Берите, берите. Ты поройся, может тут и деньги есть. Хапай, хапай, куркулек, хапай. Пока дают. Грабленого не берем. Да вы что, братцы? Ну и компания собралась. Но я-то понятно, у меня тут был интерес червовый. Но от денег я не откажусь. А! Ишь ты, затаился, гад! Ах ты, пусти, змей! Не берите грех на душу! Я сгину! Провалюсь, умолчу! Не берите грех! Не берите! Твоего барахлишка-то? Спаси бог! Это... Вещички господин следователя. А, значит, ты из контрразведки? Я-то? Ты-то? Из ее. Ну, а Антонина Чумак, знаешь? Чумак, Антонину. Баршню, что ли? Знаю. Но где она сей момент, не скажу. А тебе зачем про Тоньку знать? Зачем? Ты куда? Стой! Стой, гад! Стой! Стой, кому говорят! Стой! Отче наш, уже и си на небесах, да светится имя твое. Стреляй. Беги. Чего-то не пойму я тебя, парень. Чего? Гнался, гнался за фургончиком, а брать ничего не хочешь? Шагай, у меня свой интерес. Какой же здесь может быть другой интерес? Жену ищу.
Жену? Ну, можно сказать, жену. Так тебе зачем? Про Тоньку знать надо? Да как тебе сказать? Сестра она мне. Ты ошибаешься. Антонина Чумак мне родной сестрой приходится. Да что ты? Выходит, один из нас пролетает. Да уж, поскольку мы с тобой не родственники, у нас общей сестры быть не может. Ты выходит, что так? У моей Антонины вроде брат был. Тоже белогвардейская сволочь. Ты что хочешь сказать? Тихо. Что моя Тоня со всяким связаться может? Успокойся, не твоя сестра, это моя может. Отойди! Погоди, матрос! Погоди, я кому говорю, погоди! Отстань! Ты что сейчас сказал про мою Тоню? Нет, ты погоди, ты скажи, повтори, что ты сказал про мою Антонину сейчас? Отстань, тебе говорю! Ну, ты не трогай! Ну, ты, я кому говорю, повтори! Что ты ее подметки не стоишь! Моя Антонина всю жизнь бьется, чтоб таких буржуйских клыек на свете не было, понял? Ты в мои с Антониной дела не лезь! Мы с ней сами разберемся, ты в свое море команда! Тихо! Кретины. Прочесать все вдоль нижней дороги. Ведь сказал же, в час дня. Нет, погнали за первой повозкой. Заслоны у развилки снять. Теперь это бессмысленно. Выполняйте. Слушаюсь. Стоять. Бой с этой стороны, скорее. Пошла! Я прошу вас, соберите мои вещи. Соберите вещи, быстро. Трое вдоль по верхней дороге, быстро! Поймите же, наконец, нужны облавы, облавы и еще раз облавы. Спокойнее, поручик. Что могут дать облавы? В городе полно беженцев, у многих не документы, а Филькины грамоты. Значит, надо заминировать бухту. Зачем? Фронт приближается с каждым днем. В армии разброд, а мы в бирюльки играем, надо что-то предпринимать. Мы отвлекаем солдат на сомнительные операции, а нам их не хватает даже для охраны города и дороги. Я уже не говорю об обороне, которая если... Боже, как я устал от вашего бессмысленного ора. А я устал от вашей замысловатой игры. Я уверен, после двух неудач они будут действовать осмотрительней. А это больше на руку нам, нежели им самим. Простите, не понял. Не теребите их облавами, не теребите. Дайте подумать. Как по-вашему, что они сделают? Нападут на контрразведку. Да, да. Но перед этим или попытаются узнать планировку отеля, или подкупить охрану, или связаться с арестованной. Ну, а если, скажем, вы ошибаетесь? Вы увидите, как банально ведут себя люди, решив действовать расчетливо и осторожно. Есть предложение. Ворваться в контрразведку и шквалом огня сломить сопротивление противника. Дельная мысль. Только надо гробы купить заранее, пока деньги есть. Есть второе. Искать связь с революционным подпольем. Какое к черту подполье? Перебили тут всех? Перебили. Искать надо. Вот и ищи, через год найдешь. А если кому-то не нравится, кто-то может иметь свой план. Через надзирателей надо брать. А не кто? Мужичье лапотное. На башку тупые, да денег жадные. Ох, вот ты как. А крестьяне-то говоришь? Ну, конечно, вы, казачки, совсем другое дело. Ногу в стремя и шашками по головам. Конечно, не то ж крепостные хлы. На свободе держут. А что это и знать не знают. А сами-то вы из кого будете, а? Мы-то. Вы-то. Из кого будете, мы-то. А? Тихо. А? Вы-то. Братцы. Из кого будете?
Да пошел ты! Не люби за правду говорить! Потому что нет правды! Дерьмо у тебя неправда, понял? Спокойно! Сам ты дерьмо! Успокойся, успокойся! У меня правда своя! Понял? И ты мне свою правду не тычь! Стой, ты тебе говорят! Ну! Понял? Ты мне лучше вот что скажи. Ты того солдатика отпустил? Какого? Какого? Который с фургончика сиганул. Отпустил. А, так я и знал. Ты пойми, я по своим стреляю. Ты думаешь, легко мне до такого докатиться? А я за счастье сочту. Каждую белую гниду к ногтю прижу. Братцы! Братцы! Что же вы делаете? Я вас не видел. Вы меня не слышали. И пропади вы пропадом. Ну какого черта ты к нему прицепился? Белая сволочь. Да пойми ты, балда, у него ж пулемет. Пошел ты. Сказал бы я тебе, матрос, да дело дороже. Слушай, друг, мы подцапались и забыли. Чего не бывает, дело стоит того. Что он тычет? Ты пойми, он же контуженный. Контуженный. Ну, сейчас ты ушел, он говорит, беги догоняй. Неудобно, говорит. Я, говорит, человеку в душу плюнул. Контуженный. У меня вон это коня убили. Жаль. В бухте за городом спрячем лодку. В окне напротив отеля поставим пулемет. Ты купишь тюремщика. А ты, как только он договорится, подгонишь пролетку. Если все гладко пройдет, может, и без стрельбы обойдется. Главное, чтобы без грызни. Договорились? Договорились. Пока Тоньку не выручим. А там разбежимся, хоть трава не расти. Тут ты мне в спину и стрельнешь. Может, и стрельну, может, и мне. Я в спину не стреляю. Я в лоб... Стоп! А я... Хватит! Можно 5 минут без классовой борьбы. Вот так. Эй, я пойду пошукаю того солдата. Да домой проходи, я иду. А ну быстро. Отделение, слушай мою команду. Заряжай. Отделение, тропс. Бри! Налево. Шагом. Марш. Душегубы. Спасибо, Авдотья. Фома, пей, пей. Мне твоя широта душевная очень даже нравится. Я ведь почему пью-то? Работа очень тяжелая. Ты это брось. Ты умный, ловкий. Такие на трудной работе не работают. Ну, так что? Нет, упаси Бог. И не проси. Ты не дрейфь. Я ведь тебя не за даром прошу. Нет. Да и отпусти ты меня, Христа ради. Я никому не скажу. Ну так знай. Продашь. Всю родню твою побиваю. Детей не пощажу. А не я, так за меня другие. 20 наших человек только сигналы ждут, чтобы смести эту контрразведку с лица земли.
отнесешь в охрану водку и сало. Ну, вроде как из дома прислали. Понял? Как выпьют, дверь замкнешь, а в камеру откроешь. Встанешь у окна, сигнал мне подашь, лампу поставишь, зажженную. Слышь, лучше всего верхний этаж. И надо проверить, есть ли черный ход. Прекратите безобразие! Да не лей ты на рубаху, чудище ты морское! Это ж был смертельный номер рожать таких головорезов. Положь собаку! Я вас слушаю, молодые люди, слушаю вас, ну? Мамаша, погоди, я скажу. Мы с приятелем, только не пугайтесь. Прекрасное обращение вы придумали, мамаша. А то в этом некультурном городе. Я уже не говорю за нашу родную Одессу. Даже молочницу на рынке называют мадам. Так что же вы хотели? Пардон, мадам. Так вот, мы бы хотели здесь... Пулемет бы здесь поставить. Мадам, произошло странное совпадение. У вас из окна открывается живописный вид на отель, а нам как раз хотелось бы разнести его к чертовой матери. Что вы на это скажете? А что я скажу? Наплюйте, что мы беженцы, наплюйте, что нам не сладко. Я женщина добрая, пожалуйста, ставьте хоть телевизорскую батарею. Но у меня дочь на выдане. И знаете, что потом скажут соседи? Они скажут, мадам, у вас из окон стреляют совершенно незнакомые молодые люди. Это они скажут мне в глаза. А что же они скажут за спиной о моей дочери? Вера, у нас гости. Я же сказала, положь собаку. Мадам, это круто менять дело. Всего хорошего. Черный ход через кухню направо. Когда выпьют, комнату запрешь. В камере отомкрешь. Подойдешь к подоконнику, поставишь лампу. Знак подашь. Им знак подашь. Подумай, как сложно вертели. Фантазеры. Однако 20 человек. Явно преувеличено. Ну, если даже половина. Ерунда. Ступай, голубчик, ступай. Слушаюсь. Меня-то дома не было, когда у нас бои шли. Я тогда аж в столице оказался. Мать и Тонька в хате прятались. Их артобстрелом подожгло. Уж потом мне соседи рассказывали, как дом прогорел, мать пепли том разузнали по кольцу обручальному, а Тоньку не нашли. Может, говорят, ее и вправду не было в том дому-то. Вот я и думаю, может, и вправду не было. А моя Антонина как 16 лет из дома сбежала, так с тех пор я ее и не видел. А без нее мне хана. Ведь что я? Я трава без корней. Скажите, вам никогда не хотелось вниз головой в лестничный пролет? А? Лично мне не хотелось. А теперь ты, адмирал, расскажи про свою Антонину. Чего молчишь? Мы после боя вернулись. Борта, рубка. Все в пулевых дырах. Я на причал, у меня бушлат.
прожжен. Рукав. Она женщинами-партийками стояла. Давайте, говорит, товарищам, зашью. А я молчу. Она покраснела и говорит, чего же вы молчите? А я про все забыл. Про бушлат. Про все. А узнаешь, что мне непонятно? Мы с Федором за своих сестер рискуем. А ты за какую-то бабу. Извини, если надо, кровь по капле отдам. Ясно. Твой солдат с лампой. Ждать надо. Рано еще. Я с ним верно договорился. Ох, не надеюсь я. Ну, братва, времени осталось в обрез. Мы с Дмитрием поставим пулемет, а ты гони пролетку сюда, к черному ходу. Давай, двигай. Как бы Федор не сдревел. Ты сам-то не подведи. Когда по белым стрелять начнем. Я по своим стрелять не буду. Что-что? Хватит. И так взял грех на душу. А ты чего ж тогда за нами достаешься, а? Без стрельбы обойдемся. Контра. Тихо. Калека. Контра. Ты и есть. Контра. Тихо. Порядок. Здорово, мамаша. А ты чё такая скучная? Петька на горшок просится. Мам, где горшок? На базаре или около дома. Ты не встречала? Вера, ну не надо молчать. Не надо. Ну-ка, давай с тобой спокойно поговорим. Расскажи мне, кто у вас был в эти дни? О чем они спрашивали? Вера, ты ведь уже взрослая девочка. Ну, не надо молчать. Ты все замечаешь и все понимаешь. И ты должна Господин нам... Господин Коньков. Иду. И поживее. Одно слово и кранты. Понял? Пошли. Нас ждут. Так и вы разыграли. Зачем? Боже мой, я совершенно не собираюсь рисковать. Она вам нужна? Забирайте ее, пожалуйста. Ради бога. Стоять.
арестованную из 202-го. Слушаюсь. Предупреждаю, я контуженный. Нажимаю эту штуку, не думая. Ну что ты мучаешься? Что ты мучаешься? А я думал, вы или не вы. Я это, я. Иди, дружок, иди. Слушаюсь. Сразу не рассмотрел. Она поедет со мной. Охрана уже там. Я, пожалуй, останусь. Ну, пошел. Огонь! 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 Тебя как зовут-то? Антонина. Чумак? Да, я Антонина Чумак. Все. Теперь уж точно все. А вы куда меня везете? Да вы свободны, мадемуазель, неужели непонятно? Наденься. Идите. Пока весь город не оцепили. Как это? Идите. А вы? Я не могу. Я должна остаться здесь. Зачем? Коньков. Ну, этот следователь. Он знает всех в лицо. Он может уничтожить вообще все местное подполье. Я должна убить его. Мужики. Не женское это дело. Есть разговор. Пока идут облавы, Коньков наверняка тоже носится по городу. Есть предложение. Уничтожить эту контрреволюционную гадину и спасти людей. Революция приговор ему вынесла. И его надо выполнить любой ценой. Ну, что скажешь, казак? Да завсегда я в чужую историю встряну. А ты, Федор? Слишком уж долго нам везло. Тогда вот что. Разбегаемся по одному. Кому повезет, бить без промаха. Встречаемся здесь. Затаись и жди. Мы его прикончим. Thank you.
Покончено. А где твои товарищи? Погибли. Как герои. Мотаем отсюда. Один тряпку. Дай шашку. Вдоль берега. Там лодка. В море тебя подберет катер! Ну давай, давай! Скачи, скачи, тебе жить надо. Ну, голубка, пошла! Thank you.
потонем. Не впервой. Справа по борту лодка с человеком! Это Серега, успел-таки.